Самое смешное, то, что мне понравилось, был спектакль, где я играл главную роль в театре моем. У меня была влюблена девочка, я был в нее влюблен. И она уезжала. И по сцене она должна была в конце подбежать и поцеловать меня. И получилась такая вещь, что первая вещь, когда у нас был спектакль уже, зрители были, она подбежала, поцеловала, но не поцеловала. Она как бы сделала вид. А потом наполовину бежала, потом поняла, что она не поцеловала, вернулась и поцеловала. В профессии актера мне больше нравится, когда люди встречаются и обмениваются своим опытом. Потом ты понимаешь это и живешь в кадре. Показываешь другим людям через кино, как это бывает. У меня был проект, где я должен был плакать. Я почувствовала это и заплакала. Ты там играешь с одноклассниками в стрелялку. Когда они так вот, не смог, вот так вот надо играть, ничего ты не можешь. Это меня очень бесит. Самая большая трагедия в жизни – это когда очень близкий мне человек уходит из жизни. Есть такие ощущения, когда человек там вот все время там куда-то ездит по делам, потом возвращался на дачу. А вот такое чувство, что он уехал туда и где-то там живет теперь. Я бы очень хотела сыграть драматическую главную роль в полнометражном фильме.